Джиган убегает от армии. Карнавал Истон, хотя 4 туалета. Милохин влюбился в инстасамку. Ивлеева снялась голой с Диной Саевой. А мистер Бист сделал хорошее дело. А вот такие вот сегодня интересные новости, которые мы обсудим прямо сейчас. Да и по традиции, посмотрим на парочку ваших комментариев из прошлого выпуска. И напомним вам нажать на колокольчик и вкладку «Все уведомления», для того, чтобы не пропускать такие ролики. В общем, всем привет! Это ютубчик АВО. Расскажем тебе, кто кого и чего, а ты взамен не забудь подписаться, поставить колокольчик и погнали! Рэпера Джигана и его жену Оксану Самойлову заметили за получением гражданства Израиля. Их сфотографировали в консульстве в Хайфе, где обычно люди подают заявку и получают гражданство. Судя по всему, Джигану пришла повесточка. Дани Милохина заподозрили в том, что ему нравится инстасамка, и нравится очень сильно. Давайте посмотрим на его лицо на этом концерте. Многие отметили, что во время ее выступления он вообще не отрывал от нее глаз, смотрел, причем очень любящим взглядом. И это несмотря на то, что он только что разошелся со своей девушкой из-за того, что начал встречаться с бывшей, с Юлей Гаврилиной, а теперь посматривает на инстасамку. Интересно, как Олег Манекен к этому отнесется. Новый фотосет от Насти Ивлеевой и Дины Саевой. И да, они, можно сказать, голые. Ну, в шапочках и перчатках, я не знаю, как это, одетые или голые. В общем, походу, у кого-то немного снесло крышку. И помимо сцен для взрослых в одном из сериалов, теперь пошли вот такие фотосессии. Или же просто девчонки решили порадовать всех парней России, да, наверное, всего мира. В общем, двигаемся дальше. Валя Карнавал и Саша Стоун хотят себе в квартире 4 туалета. В общем, давайте по порядку с самого начала. Эти ребята уже достаточно долго вместе и теперь подыскивают себе совместную жилплощадь, в которой, кстати, планируют растить своих будущих детей. Саша уже активно катается по квартирам и смотрит подходящий вариант. И пока больше всего ему приглянулась двухэтажная пятикомнатная квартира с 4 санузлами напротив авиапарка. Давайте еще раз, с 4 санузлами. Видимо, в этой семье планируют очень часто какать. Ну или же я немного отстал от трендов и сейчас без 4 туалетов, ну вообще никак. Опять же, лично для меня и одного в свое время хватало, а 2 это было что-то нечто такое крутое. В общем, что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях, а мы двигаемся дальше. Мистер Бист сделал хорошее и доброе дело. Он оплатил операцию по коррекции зрения 1000 человек, которые теперь могут полноценно видеть. Также он пожертвовал 100 тысяч долларов клинике, которая этим занимается. И кстати, за первые сутки ролик собрал около 30 миллионов просмотров на ютубе. И получается, что не обязательно творить какую-то ерунду на ютубе, создавать хайп и потом набирать просмотры каким-то ужасным способом. Вот вам доброе дело и много просмотров. Ну а на сегодня это все. Подписывайся, ставь колокольчик и увидимся в следующем ролике. Всем пока!